Сегодня 7 октября 2021 года. 15 лет назад в своем подъезде была расстреляна Анна Политковская. Исполнители, организаторы сидят. Через 15 лет после совершения преступления истекает срок привлечения к ответственности тех, кого еще не нашли. Я бы сказал, не нашли в кавычках, заказчика и посредника. Сегодня мы расскажем то, о чем мало кто знает, потому что мы проводили собственное расследование. Мы, журналисты «Новой газеты», адвокаты, и узнали много чего. Мне 17 лет, я совсем еще молодой, зеленый, и только-только появился в «Новой газете», а это вот такая глыба, журналист, про которого, естественно, я уже знал. Было ощущение, что она центр этой газеты. «Новая газета» и «Политковская» — это очень часто, ну, слова-синонимы. «Новая газета» значит «Политковская». Я всегда запомнил, как она ржала. Вот этот искренний, очень глубокий, иногда хрипловатый смех не соответствовал вот этой интеллигентной, рафинированной внешности. Ржала она откровенно. Всем хотелось вокруг хохотать. Я таскала ей яблоки. Ну, то есть покупала и относила ей на стол, когда ее там не было. И я, как бы, короче, очередной раз прокралась с яблоками, а она зашла. В общем, поймала меня с этим делом, и она меня что-то такое вежливо-приветливое спросила, а я ужасно застеснялась и просто убежала из кабинета. Где-то вот в 2004 году, в 2005 я еще стажировалась, и в редакцию она принесла коробку с щенятами. Эта коробка стояла возле зала планерки, и там стояла Анна Степановна, такая вся хрупкая, в юбочке, и вот предлагала этих щенят. У нее были сережки серебристого цвета, я не уверена, серебряные они или нет, каскадом из сердечек. Вот, она их часто носила, и почему-то ее образ у меня всегда, когда я вспоминаю, всегда только с этими серьгами. И вот с ее потрясающей, правда, очень искренней, открытой улыбкой. И я помню, когда мы с ней промерзли, на жутко был холод на митинге бесланских матерей. После этого мы с ней выпили водки. Вот это я помню, такое очень теплое было воспоминание и поездка. Когда мы с ней не спорили, не конфликтовали по каким-то там моментам. И можно было понять, в редакции ли она, по громадной очереди, которая стояла около ее двери. У нас были соседние кабинеты, и когда я понимала, что на маленьком диванчике перед ее дверью сидит 15 каких-нибудь чеченских старушек, два очень помятых пожилых мужичка в кепках и несколько детей, я понимала, что она здесь, и она работает. И я видел, как она слушает. Кто-то уже сидит в кабинете, а кто-то хватает ее в коридоре, и вот дальше была поза, которую я никогда в жизни не забуду. Она наклоняла вот так вот голову, демонстрируя абсолютно полное вовлечение и внимание, что вот больше ничего ее не отвлекает. Когда человек очень больно, он очень сосредоточен, у него так лицо сосредотачивается, так вот очень отчетливым становится. И вот эти вот люди с отчетливыми лицами к ней всегда стояли. Когда идет война, и федеральному центру не до жителей Чечни, им бы победу одержать, а местные власти дерутся, значит, со своими басмачами, не понимая пока еще, кто они сами. И оставалась одна инстанция, потому что люди оказались между молотом и наковальней, между московской властью и чеченской властью, между войной и тем, что их родственники в заложниках. Идти было просто реально некому. Вот это горе, эту боль, к ним сложно подобраться, их сложно помочь решить журналистскими методами, да, журналистским инструментарием. И это чувство, вот, да, оно переполняет тебя как журналиста, потому что ты понимаешь, что если ты будешь работать по всем стандартам, то ты просто лопнешь, ты не выдержишь. Вот эти люди, которые идут и идут с этими пластмассовыми, пакетами пластиковыми к тебе с документами, и тебе рассказывают про
беспредел, который с их семьями творили федеральные войска, там, спецслужбы, ФСБ, МВД, то ты просто все, это невозможно. И в какой-то момент я, как понимаю, да, она приняла решение, или у нее получилось это просто естественно и органично, что она будет с этими людьми не как журналист, а как человек. И в этом, наверное, вот состоит, заключается ее метод. Она вела себя со своими героями, со своими вот этими ходоками, как человек, а не просто писала заметки и перелистывала страницу в блокноте. Боже мой, я не военный журналист, я гражданский человек, я боюсь вообще всего, что стреляет. Просто я писала много, то, что называется, на социальные темы, соответственно, о беженцах, а у нас в стране 7 миллионов беженцев из стран СНГ. И как только началась Вторая Чеченская война, самое первое, это начались потоки беженцев. И, естественно, редакция сказала: «Ань, ну кто это лучше знает, давай вперед». Я поехала. А потом уже сама ситуация руководила мною. Я была не вольна что-то изменить. Если говорить о России, вот о такой, как мы ее имеем, да, другая журналистика, кроме как правозащитная, это не журналистика. И другой журналист, который не ставит для себя задачи защищать человека, он не журналист. Как угодно можно называть, там, медийный работник, работник средства массовой информации, но журналист, в моем понимании, это человек, который во главу угла ставит защиту людей. И она, конечно, вот живой пример, живое доказательство этого. А она занималась жизнью для того, чтобы в ней произошли существенные изменения. Вместе с Вячеславом Измайловым помогала дому для престарелых и детскому дому Хадижат Гатаевой. Одних надо было вывести из Чечни, поскольку они там не перезимовали бы, а других обеспечить, поскольку их некуда было вывозить. Детей можно было вывести, а взрослых некуда было вывести. И им нужно, это были старики, которые, у которых погибли все родственники. Им нужно было обеспечить как минимум тепло, когда генераторов не было, она их требовала, ходила, договаривалась, добивалась. И доставили генератора, но не тот. И этот генератор не подходил. И она добилась нового генератора. Самый важный ее текст для меня, он совсем короткий. Этот текст называется «Десятый». В общем, расстреляли колонну с солдатами. К ней пришел парень, 19-летний. Он сказал, что мальчик, который погиб в колонне, его лучший друг, это его 8-й друг, который погиб в Чечне. Еще один из их села вернулся, он сошел с ума на войне. И двоюродный брат этого, ну, парня, он тоже сейчас в Чечне. Как бы все ждут, он вернется живым или нет. И из-за этого он посидел. Их уже 8, а ты уже 1. Никто не понесет за это ответственности, никто даже не думает про этих ребят. И поэтому такой темный год на нашем дворе. Очень короткий текст. Это ее великое интервью «Я Шаманов», когда человек, который вот совершенно по ту сторону, не Путин был по ту сторону баррикад, а вот русский генерал, такой яркий абсолютно представитель катка, по которому надо вот замочить вообще всех. И тогда только эта территория станет лояльной России. Да? Территория, не люди. И этот человек ненавидел Политковскую. Она писала про все эти зверства, которые вытворяли российские военнослужащие. И опять-таки ее очень многие читали и понимали это как желание опорочить российскую армию. Нет, это было просто желание, неважно, кто это совершил, эти зверства, важно, что нет правосудия для этих людей, что преступление остается безнаказанным. Это был самый главный посыл во всех статьях Политковской на самом деле. Она призывала просто к абстрагированному правосудию. Вот. И тем не менее Шаманов дал ей интервью. Ярослав Фадеев, который погиб в Норд-Осте, умер у мамы на руках в этом театральном центре на Дубровке.
и в него выстрелили, и непонятно кто, то ли наши при штурме, то ли террористы. Вот. И, в общем, была страшная трагедия для его матери, которая вышла из больницы и выпрыгнула в Москва-реку. Ну, ее спасли. Анна Степановна написала пронзительный очень текст. Вот. Вообще не столько, да, про то, что у нас следствие, со следствием все понятно. А вообще вот историю этой семьи и о том, как живет эта, пытается выжить эта мама, молодая причем. А вот эта статья, она ей как-то вернула какой-то смысл, и она периодически приходит в день рождения Анны Политковской в редакцию с большим букетом роз. Наверное, это был таким одним из основных толчков, почему я вообще пришла в журналистику и пришла в «Новую газету». Мой любимый текст – это «Больная собака в большом городе». Это про то, как чувствует себя на улицах пес, которого со всех сторон пугают, у которого непростая жизнь, и как с ним управляться. И он достался ей с какой-то глубокой психологической травмой, и он боялся мужчин, машин, сигналов, свистков, шума на улице. И вот это гигантское, фантастической красоты существо, оно обхватывало ее вот так вот, оказывалось намного больше, и типа «Защити меня, Аня, Аня, защити меня!» Аня Политковская очень подолгу занималась темой, связанной с Чечней, с пленными, с незаконными военными операциями, с преступлениями против человечности, с заложниками. А спор был принципиальный вот какой. Я ей говорил: послушай, почему, если они выбрали себе Рамзана Кадырова, с их бедами по-прежнему должна разбираться ты? Зачем же ты это делаешь? Оставь их жить своей жизнью. Обратный аргумент со стороны Политковской был такой. Вот этот народ, его элиту вышибли, убили во время войны. За них больше некому заступиться. У многих в семьях не осталось старших. У многих в семьях не осталось мужчин. Вот эти связи традиционные, которым века и века, они были разрушены, объясняла мне Политковская. И теперь им некуда идти. Я говорю, и теперь... Они уже, скрывая свои имена, поскольку они хотят быть хороши и для Кадырова, да, но добиться каких-то результатов в поисках своих родственников, они фактически предают тебя, поскольку они уже не открывают своих имен. Ты должна теперь все брать на себя. Ты уже не можешь, как в предыдущие годы, сослаться, как мне сказал такое-то и такая-то. Да ведь? А тебе не кажется, я сейчас не про чеченцев говорю, что это тебя толкают? Впереди цепи. У тебя не возникает такого ощущения? Вот в этот момент наша ссора достигла пика. Мы прям правда, закрывшись в баре, там часть редакции была под дверями и не мешали, понимая, что лучше сейчас не появляться, стулья летали. А спор этот возник не на пустом месте. Он возник потому, что я больше не хотел отпускать ее в Чечню. Я отказался подписывать ей командировки в Чечню. Я чувствовал, понимал, меня информировали, что это все может очень плохо закончиться. Это было незадолго до ее последней командировки. Она в нее поехала, когда я был в отпуске. Не снимая с себя ответственности, нужно было так все сделать, да? Чтобы она даже в мое отсутствие никуда не поехала. Но я не смог. Это очень откровенный с моей стороны, наверное, разговор. Но вот так было. Никаких бизнесов. Абсолютно никаких.
и у следственной бригады, я вам могу только одно сказать, у них нет никаких иных версий, вообще никаких, кроме того, что это смерть за профессиональную деятельность. Убийство такого человека, жестокое убийство женщины, матери, оно само по себе направлено и против нашей страны, против России, против действующих властей в России. И это убийство само по себе наносит России гораздо и действующей власти и в России, и в Чеченской республике, которой она занималась профессионально в последнее время, наносит действующей власти гораздо больший урон и ущерб, чем ее публикации. Это абсолютно очевидный для всех в России факт. Но, повторяю, кто бы это ни был, и какими бы мотивами эти люди ни руководствовались, они преступники. Они должны быть найдены, изобличены и наказаны. Мы будем делать для этого все необходимое. Сразу, конечно, это стало достоянием общественности, потому что это было вызывающее убийство в центре Москвы фактически, на Лесной улице. Это последние кадры, на которых вы видите Анну Политковскую живой. Она зашла в подъезд собственного дома, поднялась к лифту, вызвала его, зашла внутрь кабинки, и тут ее настиг киллер, который ожидал в подъезде. 5 выстрелов в упор. И все. Дело быстро передали в Следственный комитет, центральный аппарат. И с этого момента, буквально через сутки после убийства, дело к производству принял Петрос Гребян, генерал Следственного комитета. И, собственно, он вел его фактически до того момента, когда посадили исполнителя. Сначала в том духе, что за убийством Политковской стоят скрывающиеся за границей беглые олигархи, высказался президент. Затем генеральный прокурор поддержал эту линию. Непосредственно задачу поставили следствие. Это искать следы Березовского. И следствие все это время иные версии не рассматривало. Допрашивали даже Лугового, известного депутата из дела Литвиненко. Допрашивали Мельниченко, сотрудника спецслужб Украины, того самого, который подслушивал Кучму. То есть, бог знает кого. Все только для того, чтобы подверстать Березовского к этой истории. Что не получилось, показания не бились, но следствие упорно занималось всем этим делом. Естественно, «Новая газета» начала собственное расследование. Наш акционер Александр Лебедев объявил награду за информацию о преступлении. Он возглавлял Национальный резервный банк, Национальную резервную корпорацию. Он человек, тогда находящийся в списке Forbes. Он заложил в ячейку и объявил об этом. И мы об этом объявили. Редакция предложила ему, он пошел навстречу. В районе, по-моему, 22 миллионов рублей. И мы проверяли тех людей, которые якобы этой информацией спешили поделиться. Выяснилось, правда, что все это были провокаторы. Были очень неприятные моменты, когда у меня сложилось ощущение, что я могу стать сам жертвой похищения. Ну, логика понятна, если столько дают за информацию о погибшем журналисте, то за живого больше заплатят. Короче, все это было мутно, тяжело, долго и трудно, и, к сожалению, только отсеивала лишняя версия. Был один очень подкованный провокатор с очень стройной версией. Он назначил встречу в Воронеже. Мне пришлось туда поехать. Совершенно не понимаю, к кому я еду, причастны эти люди, не причастны эти люди.
За мной была слежка, и пришлось уезжать из этого города незаметно, лежа на полу микроавтобуса. Был еще один случай, когда, по моему ощущению, готовилось мое похищение. Их замыслы срывались только потому, что Роман Анин, из отдела расследования «Новой газеты», меня страховал. Когда они поняли, что я с кем-то, а с кем они не знают, то они решили свернуть авантюру. Еще раз, мне 19, наверное, 20 лет. Ну, для меня это все как такие слова из детектива, такая романтика, мне это интересно. Я говорю, да, что делать? Я пришел в бар за час до этой встречи. Ну, тут заходят какие-то два, туда бандитские такие морды, значит, в кожаной куртке, здоровые такие, значит, коротко стриженные. В общем, как я выглядел, на самом деле, только постарше. Ну и садятся, и я понимаю, что это вот люди, которые пришли перед встречей с Михалычем. А потом приходит Михалыч, и с ним какой-то человек. Ну, я на это все наблюдаю себе, пью пиво и ем сэндвич, и, в общем, доволен собой. Значит, тут вот выходят первые эти два бугая, которые зашли, а потом встает Михалыч и уходит с этим. И я сижу, думаю, так, а что, если его там, значит, ему угрожают, там, все же фильмы смотрели, под столом там ему пистолет, значит, представили, и его куда-то ведут. Я еще плюс не расплатился. И я так сижу, думаю, так, мне звонить или не звонить, идти за ними или не идти за ними. И я в этом замешательстве, значит, не нахожу ничего лучше, как встать с этим пивом, с этим сэндвичем во рту и застыть вот так, как статуя, значит, и наблюдать за этой картиной и не понимать, что мне делать. Михалыч это тоже видит, там, как-то начинает мне подавать какие-то знаки, что, мол, там, не выдавай себя. Вот, я понял, что не выдавать себя, значит, я сажусь, думаю, звонить, не звонить, значит, и вот с этим пивом, сэндвичем смотрю. А они там подходят к какой-то машине, на улице, на машине. И я думаю, господи, они же сейчас его в багажник, значит, засунут и увезут, а я так и не позвоню. Ну, слава богу, значит, они там что-то ему сказали, похлопали по плечу и отпустили. И Михалыч возвращается довольный, говорит, спецоперация прошла отлично, молодец, справился с задачей. А я как стоял с этим сэндвичем и пивом такой, с недоумением, просто на это все смотрел и говорил, ну, хорошо, ладно, справился. Следствие искало Березовского, а мы пытались понять, кто на самом деле стоит за всем за этим. Приходилось искать контакты в Чечне, контакты в московской диаспоре. Мне пришлось выезжать на встречу с Сулимом Ямадаевым из клана Ямадаевых, который тогда уже был в опале, его должны были арестовать. Меня и привезли на встречу с Сулимом Ямадаевым, как в плохих фильмах, одев мешок на голову. Сулим Ямадаев якобы пообещал, что поможет мне найти посредника. Но спустя несколько дней после встречи он выехал в Эмираты, где и был убит. Один из исполнителей этого убийства, некто Махди Лорни, по некоторым данным, был конюхом главы Чечни Рамзана Кадырова. Мы также пытались проверить другие версии, потому что Анне Политковской угрожали много раз. И среди людей, которые угрожали, были весьма серьезные пассажиры. Старший лейтенант по фамилии Лапин, звать Сергей, вел себя просто как выпускник с красным дипломом школы гестапо. Он пытал и бил все, что ему попадалось под руки. Сначала ногами и руками, молотком с длинной ручкой. Он выдирал, например, Даялову зубы плоскогубцами. Они забивали их там насмерть дубинками. Этому Мурдалову он рассек яйца. Разломал в нескольких местах руку, открытые переломы. Его посадили. Ну, Лапина. У него был позывной кадет. А потом приходит на электронную почту «Новая газета», значит, 2003, там, .ру, приходит сообщение о том, что я отлично владею снайперской винтовкой, у меня хороший боевой опыт. Если в течение 10 дней ты не опровергнешь все, что ты писала про там, кадета и компанию, да, жди в гости в Москве. Адресовано, конечно, Политковской, а на почту редакции. Следствие проверяло эту версию, но эта линия оказалась тупиковой, они не были причастны к этому убийству. Также мы пытались заставить следствие проверить версию, не связано ли отравление Анны Политковской, когда она летела к заложникам в Беслане в самолете. Тогда она чудом выжила. Беслан.
1 сентября захватывают школу. Террористы с детьми в зале школы номер один. Политковская прилетает из командировки. 1 сентября она не может вылететь, потому что нет никаких уже рейсов. А 2 числа едет за Масхадовым, с которым она до этого через Закаева Лондон договаривалась о том, что Масхадов едет менять себя на заложников. А Масхадов говорит, меня убьют по дороге, когда я поеду в Беслан. Поэтому я могу ехать в сопровождении журналистов, например. Политковская садится в самолет, и когда самолет, мы уже знаем, что она сейчас должна приземлиться, она звонит Сереже Соколову и мне и говорит только, я умираю. Мы с Сережей Соколовым за ней влетаем туда. Инфекционное отделение пустое, потому что там карантин из-за менингита. Она одна лежит в гигантской, там, гигантской палате. Нас врачи просят им помочь, они уже это сделали, часть этой операции, а часть попросили нас. Мы сходили на соседний рынок, купили пустые бутылки, литровые, полуторалитровые из-под Кока-Колы, они наполняли их фактически кипятком и обкладывали Политковскую, поднимая ей давление, поскольку у нее давление было верхнее 60, нижнее 40. Это уже фактически остановка жизни. И вот таким вот резким нагреванием тела эти великие умельцы, ростовские врачи, в отсутствии оборудования и в пустом отделении, вернули чудом, отдышали ее обратно в нашу жизнь. Вот они умеют только взрывать. Если будет штурм, будут эти... Я думаю, что я перестану быть журналистом. Я уж больше не могу. В результате переговоры были сорваны, закончился штурм тем, чем он закончился, многочисленными жертвами. Масхадова, естественно, никто туда не прислал. Важно было для государства, мы это понимаем, уничтожить террористов в большей степени, чем вести переговоры о освобождении заложников. Уже на взлетной полосе, когда самолет уходил из Внуково, в него на рулежке уже сели 2 человека в первые ряды. Политковская ничего не ела и не пила. Она в таких случаях еду возила с собой. У нее был пластиковый термос, такой, не термос, а контейнер такой, да, и пакетик с овсяной кашей. И она просила только кипяток. Вот или кипяток, или влажная салфетка, которую принесли. Они были источником того, что сейчас, наверное, принято называть новичком или каким-то другим мощнейшим отравляющим веществом, которое не оставляет особых следов. Я думаю, что исполнители этой операции получили свои награды за то, что они сделали с Политковской. Она потом сильно болела из-за всего этого. У нее было поражение поджелудочной. Она почти не могла есть какую-то нормальную еду. Она и так-то это клевала все время, как воробушек. И мы предполагали, что, быть может, эти эпизоды были связаны, убийство и отравление. Ну, а следствие потом уже в рамках дела об убийстве не особенно эту версию проверяло. Повторюсь, они больше занимались Березовским. На самом деле, первые подозреваемые в деле появились весьма случайным образом. Потому что параллельно с делом об убийстве Анны Политковской тот же самый следователь Горебян расследовал еще и убийство главного редактора «Форбс» Пола Хлебникова. Косвенно проходило еще одно уголовное дело, еще одно покушение на убийство. И эти дела так переплелись по участникам и исполнителям всех этих преступлений, что появились данные о возможных преступниках. Эти данные следствию предоставил подполковник ГУВД города Москвы Дмитрий Павлюченков, который был замешан во всех этих преступлениях.
И, очевидно, он решил сдать своих подельников для того, чтобы самому сделать соскочить. И ему это на первых порах удавалось, потому что он из всех дел в качестве подозреваемого вышел, остался в роли свидетеля. А мало того, ему даже была выделена государственная охрана. Так у следствия появились фамилии. Фамилии братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых, которые, со слов Павлюченкова, следили за Анной Политковской. Ну что должно было сделать следствие и оперативники? Естественно, они должны были установить круг общения подозреваемых, поставить их на прослушку, придать за ними ноги, то есть наружное наблюдение, то есть отработать полностью, потому что был шанс, что эти люди действительно виноваты, а если не виноваты, то они каким-то образом будут связываться со своими подельниками. Однако этого не произошло, потому что опять политика вмешалась в дело. Только не большая глобальная, а местечковая. Все дело в том, что к этому времени стало известно, что Следственный комитет выделяется из Генеральной прокуратуры в самостоятельное отдельное ведомство. И прокуроры захотели хлопнуть дверью, показать, что дело Политковское они раскрыли еще до этого развода. И эти преждевременные аресты были проведены. В общей сложности задержали 11 человек, и практически всех их потом отпустили, потому что не было никаких доказательств их причастности. Преждевременные аресты позволили скрыться киллеру, потому что киллер, а это был брат задержанных Ибрагима Джабраила Рустам, посещал те места, где они жили. Если вы за ними последили, то сразу вы могли бы арестовать и киллера. Но аресты его спугнули, и он уехал в Чечню. На первом суде на скамье подсудимых оказались Джабраил и Ибрагим Махмудовы, которые следили за Политковской и возили киллера к месту преступления. Хашгурбанов Сергей, который был одним из организаторов убийства. И подполковник ФСБ Рягузов, но, впрочем, он к делу Политковской формально дело не имел, якобы, и судили его совершенно по другому эпизоду. Киллера на скамье подсудимых не было, а два очень подозрительных человека, именно Павлюченков, о котором я говорил, и Гайдукаев, это дядя всех братьев Махмудовых, бывший криминальный авторитет из Азанской преступной группировки, выступали на секундочку свидетелями обвинения, главными свидетелями обвинения. Павлюченков был офицером секретного подразделения МВД, а Гайдукаев был на агентурной связи с офицером ФСБ Рягузовым. Доказательств почти не было, и главное доказательство – это показания подполковника Павлюченкова, который обвинял в совершении преступления своих подельников, братьев Махмудовых и Хаджикурбанова. И на тот период времени были ощущения только, что он и Гайдукаев причастны к этому убийству, но доказательств не было. Я и Карина Москаленко общались с родителями братьев Махмудовых, довольно милые люди, очень уважали Анну Политковскую, и для них было ужасно то, что их детей обвиняют в убийстве Анны. Ну, то есть родителям мне было очень жалко. Когда состоялся первый суд, на скамье подсудимых были только эти 4 человека, мы боялись, что, собственно, на этом дело и закончится. И нужно поставить памятник присяжным, которые сразу поняли, что дело нечисто. Во-первых, на присяжных стали давить, требуя, чтобы они написали заявление о том, что они боятся сидеть в открытом процессе, боятся прессы, просят процесс закрыть. Трюк не прошел. Один из присяжных дал интервью «Эхо Москвы», где все эти подковерные интриги были раскрыты. Все абсолютно присяжные были возмущены тем, что нас выставили в таком глупом каком-то виде. Прошу
не считать меня больше присяжным заседателем, потому что я не хочу участвовать в неправильном суде. Маленькая ложь, она порождает большую ложь. Присяжные не поверили следствию. И потом, придя в «Новую газету», они рассказывали нам, что они чувствуют, что эти люди виноваты. Но чувство к делу не пришьешь. Доказательств было мало, поэтому они вынесли оправдательный вердикт. Ну, как часто бывает, приговор потом отменили в Верховном суде, дело отправили на дополнительное расследование. У следствия были только, повторюсь, показания Павлюченкова. Не было оружия, и не было понятно, как оно оказалось у киллера. Были биллинги, согласно которым братья Махмудовы действительно были на месте преступления, и машина, на которой они следили за Политковской. Все. Это был тупик. После смерти Политковской, естественно, мы пытались каким-то образом продолжать работу в Чечне. А там работала Наташа Истемирова. Наташа Истемирова – это учительница истории. Это мне, в общем, главное. Вот. Но это в мирной жизни. Во время войны она стала правозащитницей. То есть сначала она по собственной инициативе начала собирать информацию о том, сколько людей пострадало от очередной зачистки или от очередной военной операции, или от очередной бомбардировки. Потом она стала работать с мемориалом. Огромное количество материалов Ани, конечно, в них большое участие принимала Наташа. В Грозном сидела Наташа Истемирова. По просьбе Наташи мы долгие несколько лет никогда не указывали и не упоминали ее фамилии. И по понятным причинам. Наташа обрабатывала информацию от тех чеченцев, которые к ней приходили. Где кто пропал, где был наезд, где был расстрел, где они нашли головы наколотые на околицах, на колье перед воротами. И дальше, одеваясь тихими, покорными чеченскими женщинами, они брели по этим, или ехали куда-то, или брели по этим тихим чеченским дорогам, чтобы непосредственно и своими глазами. И только так. Но Наташа продолжила, собственно говоря, делать то же самое, что она делала после убийства Ани, но она еще и стала говорить от своего имени все больше и больше. И несколько таких очень пограничных ситуаций, на которые обратил, конечно, уже назначенный Путиным глава Чечни Кадыров. Вот, это в первую очередь права женщин на Кавказе, в Чечне. Это очень больная тема. Больная тема как для главы Чечни и для мужчин кавказских, точно так же для чеченских женщин, которые на самом деле вынесли на себе всю эту войну, вынесли своих мужчин. Наоборот, их стали задавливать. Наташа очень, очень плохо на это реагировала. И открыто на это реагировала. Критически. Это трудно понять, что эта тема может стать темой для такого конфликта, который закончится смертью. Но на Кавказе это реально очень серьезная тема. Да, вот тот день. Я тоже хорошо, очень хорошо его помню. Мне позвонила Милашина и сказала, что пропала Наташа, и, видимо, ее вывезли в Ингушетию. Могу ли я что-то узнать? Я тогда уже работала в Ингушетии, и я позвонила туда ребятам, и очень быстро, прям прошло, может быть, там 15 минут, мне перезвонили и сказали, что около Троицка на трассе нашли труп женщины из Чечни, и фамилия, видимо, ее Астемирова.
И вот я сейчас сказала, у меня прямо сейчас даже мурашки побежали, у меня тогда все просто упало. Я поняла, что да, все случилось то, что случилось. Я позвонила Лене, и, ну, я ей сказала, это уже Ленина трагедия. Ее убийство даже вообще не расследовано. Если убийство Политковской хотя бы расследовано на уровне исполнителей, то с Наташей Стемирова нет даже этого. А ведь тогда, кроме Наташи, еще погибло несколько чеченских активистов, которые, в общем, тоже были похищены, точно так же запытаны, убиты. Все эти убийства остались нерасследованы. Нам стало известно, что еще в отношении одного нашего сотрудника, по роду своей деятельности, тоже связанного долгие годы с Чечней, может произойти трагедия. Я собрал редакционную коллегию и сказал, что я готов через посредников провести разные переговоры с людьми, которые могут провести еще какие-то переговоры, которые где-то еще могут провести какие-то переговоры. Я большего не могу сказать. Просто не могу. Но мне тоже нужно что-то в ответ предложить. Я предложил, давайте так, год без Чечни. Хватит терять людей из-за одной из республик. Я не участвовал в этих переговорах, мы нашли посредника. Одного из депутатов Государственной Думы. Ну и мы, естественно, сказали, что никто ничего не знает, но уж мы посмотрим, чтобы ничего не случилось, что в наших силах, да? И в течение года, или даже чуть более, пока мы занимались еще Политковской, нам было не до того, я и не хотел. Совсем не хотел. Да, так было. Может, это и неправильно. А по мне, так я бы сейчас так сделал. Кажется, Муратов собирался закрыть газету. И кажется, его от этого отговорили. Сейчас, будучи редактором на месте Муратова, я бы, наверное, закрыл газету. Ну, если бы вот я оказался перед таким выбором, я бы, наверное, закрыл, когда убивают твоего товарища. Единственное желание – это закончить с профессией и плюнуть на всех людей, которые не смогли ее уберечь, да? Включая тех многих жителей Чечни, которым она помогла. Нельзя сейчас бросать, потому что мы потом не начнем. Либо мы сохраняем доверие людей, тех, кто остался еще там, тем, кому нужна помощь, и тех, кто готов обращаться за этой помощью, и мы их ловим, потому что они падают в пропасть. Или мы не восстановим, мы будем точно такими же с широко открытыми глазами наивными российскими журналистами, которые приехали и начали открывать Чечню заново. Да? Вот, мы будем такими же. А это просто стыдно и позорно. Я уже не говорю о том, что это вообще неприемлемо после убийства Ани. Мы должны продолжать эту тему, потому что ее убили за это, и мы, в принципе, это непрофессионально. Мы не раз были свидетелями того, какой бой Милашина может, допустим, дать Муратову. Он там говорит, все, мы Чечню закрыли, мы больше в Чечне не работаем. Хер там было. Ну, так нельзя говорить, да? Сколько раз Милашина с криками, с истериками, с хлопанием двери, с битьем стаканов эту историю разворачивала. Но я по-человечески понимаю, когда убивают человека, который был во многом для нее учителем, я имею в виду Политковскую, а потом убивают ее ближайшую коллегу и подругу, с которой она вместе работала, Наташу Истемирову, и кто бы что сделал, и кто бы поступил по-другому, и попробуй вот сейчас, когда ты имеешь две эти могилы, попробуй кого-то оттянуть за поводок. Конечно, самый главный для меня ее текст, безусловно, это вот этот центровой из Центароя. Это материал, в котором она рассказывает о своей встрече, интервью с Рамзаном Кадыровым. Это не просто интервью там, в классическом смысле слова, вопрос-ответ. Это такой репортаж-интервью. Он тогда еще, если я не ошибаюсь, не был президентом или только стал им, но уже был на всю страну известен как вот
такой полноправный, да, падишах Чечни. Но ты понимаешь, что ты читаешь интервью жестокого, малообразованного человека, который стал лидером республики. И вот то интервью, оно очень хорошо объясняет, что сейчас происходит в Чечне. С внесудебными казнями, с пытками. Достаточно просто почитать вот это интервью Политковской, и психотип человека, он станет абсолютно понятен. Это страшный текст. Вот на том интервью она была вместе с Наташей. На том интервью она была вместе с Наташей, и в тексте Наташа не упомянута. Я думаю, потому что Наташу никак нельзя было светить, хотя все те люди, которые могли сделать зло Наташе, они, ну, безусловно, я думаю, все знали. То, что случилось с Наташей, это прямое тому подтверждение. Рамзан Кадыров вел себя очень агрессивно на ее счет, и Наташе Истемировой пришлось буквально встать между ними, насколько он терпеть не мог Анну Степановну за то, что она делает, потому что он считал, что вся ее деятельность – это просто позор для Чечни, и ее задача – опозорить чеченский народ. И он угрожал, ей угрожал напрямую. Она это описала так, что на меня нахлынула невообразимая волна отчаяния от того, как вообще могло так случиться, что на гребень истории вынесло такого человека, как Рамзан Кадыров. Просто на ней не было лица, и вот на этом диванчике она сидела и, рассказывая о том, о своих впечатлениях с этим интервью, и от Кадырова, и то, через что она прошла, у нее дрожали руки, и она просто не сдержалась, она плакала, потому что у нее никак не укладывалось в голове, что женщину можно так унизить. Женщин. Вернувшись в Москву, в свою московскую квартиру после этого интервью, первое, что она сделала, она встала под горячий душ, и она долго стояла, и у нее было такое ощущение, что она вся грязная, и даже вода горячая не может смыть вот это вот липкое, отвратительное ощущение грязи. Михайлович, безусловно, очень преданный человек, и я думаю, что, конечно, он себя и виноватил в том, что случилось. Это было, ну, даже не то, что эпитимия, это было какое-то вот проклятие Михайловичем само на себя наложенное. Да? Он себя буквально заточил в этой газете. Я помню его в этих тапках, в свитере с этой сигаретой, и мне казалось тогда, что он просто ночевал. Придешь 10 часов, у Михайловича там свет горит в его каморке, вот он сидит. То есть вот он стал движком этого расследования, и... Ну, вероятно, машина, в которую можно было поставить этот движок, это была газета, да? И вот он и машину эту толкал, и движок этот двигал. Вот это все делал Михайлович. Но здесь ко мне обратился Роман Попков, который сотрудничал с «Новой газетой» одно время и сидел в следственном изоляторе в рамках дела нацболов. Ныне запрещенной организации. Попков мне сказал, что какой-то человек, который сидел с ним вместе в одной камере, знает что-то о деле Политковской, и он на него вышел, чтобы Попков свел его с кем-то из «Новой газеты». Олег Голубович появился в нашей камере, была камера 39А на Малом Спицу в Бутырке, ну, одним прекрасным днем 2007 года. Такая тюрьма, максимально приближенная к эпохе Екатерины Великой, то есть там вообще просто вот мало что изменилось с тех пор. И вот в эту маленькую камеру, где нас уже было трое, заводят мужика. Ну вот мужика я сказал, сейчас мужика слово, на самом деле слово мужик неправильное, потому что его каста себя с мужиками не отождествляет, они считают себя, ну,
блатными, то есть там бродягами, ну, есть ряд эпитетов, да, вот для этого позиционирования себя. Я сразу понял, что этот человек уже как бы с криминальным миром так или иначе связан, но это видно и по манере говорить, и по осведомленности какой-то в каких-то вопросах, там у него татуировки были на руках и на бедрах такие специфические, то есть такие не наносят там поколение зумеров для красоты, да, это отдельная история. Вот. А он был такой коммуникабельный, ну, слово интеллигентный, наверное, вряд ли к нему применимо, но, по крайней мере, он был в чем-то интеллектуальным. Он интересовался жизнью, да, он узнал, что я активист, что я там связан там, вот со всей этой политико-журналистской всей тусовкой, и много меня расспрашивал про это, я ему рассказывал. Я хорошо помню новости по РЕН-ТВ, а по БАЕ еще РЕН-ТВ можно было смотреть, вот, и показывают вот этих вот всех людей и, собственно говоря, называют фамилии. Вот. И в маленькой камере очень сложно не заметить изменения в поведении человека. Ты всегда это видишь, как он меняется, как меняется его настроение, какой-то фон, да, психологически меняется. Вот. И он прямо там обомлел. Он такой, ух ты, такой, блин, нифига себе. Я так это для себя отметил, но нужно понимать, что в тюрьме не положено задавать те вопросы, которые, ну, лезть чересчур туда, куда не надо. И я поэтому у него спрашивать ничего не стал, разумеется. Но потом, уже той же ночью, когда к нам спустили со второго этажа, с верхней камеры, мобильный телефон, знаешь, есть такая система межкамерной связи, так называемые дороги, такие канаты вот, из кофты распущенные, сплетенные из шерсти, и вот туда заходят запреты, ну, там сигареты, чай, ну, и телефоны мобильные передаются. И вот к нам зашел этот телефон, и вот он разговаривал со своим подельником, и он говорил, ты представляешь, что я сейчас видел там, нифига себе, это же вот хаджи, там 5-10, да неужели они к этому причастны? Потом его перевели. Ну, прощаясь, мы каким-то образом решили поддерживать связь, если и когда будем на свободе. Он вышел раньше, что интересно. Так в деле появился Олег Голубович, который не имел непосредственного отношения к убийству Политковского абсолютно никакого. Но он тесно общался с подполковником Павлюченковым. И, в принципе, многое что знал, потому что одно время подрабатывал водителем Павлюченко. Вот, я на паранойе в кабинете у Соколова даже не стал вслух говорить, там, имея в виду, что может там какая-то прослушка или что-то. Я на бумажке написал, что вот у меня вот есть контакт по такому-то делу. Вот, он такой говорит, ну ты знаешь, уже столько этих жилья этого всего крутится вокруг редакции. Ну там же была обещана премия денежная за помощь в расследовании. И я говорю, что-то без энтузиазма, но давай, мол, как бы отработаем обязательно этот контакт тоже. Мы встретились с Голубовичем, и он сказал, что он может дать показания по поводу Дмитрия Павлюченкова, Сергея Хаджикурбанова, Ломалига Идукаева, Джабраила Ибрагима Махмудова и по поводу киллера. Он не знал, что это Рустам Махмудов, он знал его под именем Наиль, под которым он скрывался в Москве. Он говорил со знанием дела. На предварительной встрече называл такие подробности, которые не мог знать, если не был бы внутри всей этой истории. Что хотел Голубович? Голубович хотел, чтобы мы помогли ему выехать из страны вместе с семьей. А как он мне объяснял, что он решил порвать со своим достаточно запутанным и мутным прошлым, а начать жизнь сначала, тем более у него родилась маленькая дочка, он женился. Но он боится говорить, потому что многие подельники, как он говорил, убийцы на свободе. Но это была половина истории. А вторая половина заключалась в том, что Голубович
был известен следствию. И следствие его допрашивало. Ну, как он сказал мне, следователь, который вел допрос, активно подводил его к тому, чтобы свидетель Голубович дал правильные, в кавычках, показания. Суть чего сводилась к тому, что надо давать показания на киллера, на братьев Махмудовых, на Хаджу Курбанова, но ничего не говорить о Павлюченко. Короче, ФСБшники говорили, что если ты не будешь говорить правильно, если нам не поможешь, то тебя тоже привлекут как соучастника убийства Политковской. От того Олега, которого я знал по тюрьме, там только тень осталась. Да? Он там пытался закурить, у него тряслись руки. Вот. И он мне сказал следующую вещь, что его обрабатывают опера, ну, силовики. В то время я уже делал там свои первые шаги в журналистике, потому что активистское пространство схлопнулось в России, партию нашу эту несчастную запретили, там, раздавили, и от нее там не осталось ничего почти. Вот. И, в общем-то, только журналистика и оставалась как единственная точка приложения усилий и возможность там хоть как-то менять мир. Вот. И я тогда как раз в «Новой газете» и начал потихонечку так это работать. И я говорю, ну вот, окей, «Новая газета» — это главный интересант в этом вопросе, они ведут расследование свое. Он не хотел денег, он хотел только уехать. Адвоката Политковской, мы в редакции почитали то, что он нам написал предварительно, без деталей, и поняли, что, скорее всего, это наш шанс. Нам пришлось прятать свидетеля от сотрудников ФСБ. Для этого мы всю семью вывезли в Симферополь. И Голубович под запись дал нам подробные показания, из которых стало ясно, кто является основными организаторами убийства. А ими оказались главные свидетели обвинения, подполковник ГУВД города Москвы, отвечающий за наружку, Павлюченков, и криминальный авторитет Лом Олег Идукаев, дядя всех Махмудовых, включая киллера. Выяснилось, что оружие для убийства доставал Павлюченков, что он передавал лично, и Голубович был этому личный свидетель, передавал это оружие киллеру непосредственно, что он давал распоряжение своим подчиненным следить за Политковской, что он потом обобщал все эти данные и передавал исполнителям, что он получал деньги, аванс за преступление, и что он их прокутил в игровых автоматах, дав только какие-то ошметки денег, и поэтому с удовольствием закладывал всех, кому он должен. Выяснилось, что Гайдукаев руководил племянниками. Ну, короче, все, что необходимо было, то, чего не хватало следствию, Голубович рассказал мне и Ане Ставицкой. Доверие, доверие, но нам нужны гарантии, раз уж мы меняем тебе жизнь и создаем тебе новое счастье и новую судьбу фактически, в подарок, хотя ты участвовал. Мы встретились в Киеве. У нас была такая конспиративная встреча в одной из гостиниц, мы обо всем договорились. Вышли оттуда с Соколовым, так, скинув в себя груз. Мы все поняли, у нас все тьфу-тьфу-тьфу получается. Сели на берегу Днепра в какой-то корчме и не успели налить по первой рюмке. Как он звонит нам и говорит, меня стерегут, за мной идут. И мне позвонили там соседи, сказали, что меня ждут у квартиры. И мы поняли, что наши спецслужбы решили его взять, чтобы его показания не были оглашены в суде, вырвать его прямо сейчас из Киева. Но мы с Соколовым позвонили руководителю следственной группы и сказали, что если вот сейчас, вот прямо сейчас, вы не отзываете этих своих людей, мы идем, оставив на столе все вот как было. Мы идем в здание украинского парламента и проводим там пресс-конференцию, что спецслужбы пытаются помешать установить истину по делу об убийстве Политковской. Они выкрадывают свидетеля, которому не предъявлены никакие обвинения, не хозяйничают на территории сопредельного
государстве будет гигантский международный скандал, и никуда, конечно, никто не попадет, только будет еще нанесен гигантский ущерб зачем-то, по недоумию, нашей стране. Ну, еще через 5 минут, значит, были сняты все эти группы, которые должны были следить за нашим и арестовать нашего тайного свидетеля и вывести его в страну, в Россию. Мы вернулись в корчму. Мы его опросили, заявили ходатайство о приобщении этого вопроса к материалам уголовного дела, и затем уже следователь Гребян сам допросил этого Голубовича, и его протокол уже был в качестве доказательств материалов дела. В соответствии с статьей 86 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, адвокат имеет право собирать доказательства, в том числе проводить опрос лица с его согласия. У Павличенко в сумочке там находился пистолет с глушителем. Он положил под сиденье, под пассажирское переднее. Этот человек зашел, он говорит, что это Наиль, и я, ну, как бы, как точнее сказать, ну, оно слышно, что там немного что-то звенело. Отдал пистолет с глушителем, передал. Как бы Павлик говорил, что если я что-то не могу сделать, у меня всегда помогут ФСБшники. Он даже не раз говорил, что у меня как бы спина прикрыта. И насколько я помню, он говорил, что это было управление собственной безопасности ФСБ. Павлик делал как бы так наружку, там прослушку, а эти отрабатывали места там подхода, отхода. Именно киллер, насколько я понимаю, это со слов Павличенко, что это был Наиль. Ясно. А что он про Наиля говорил что-нибудь вот после всего этого? Ну, он сказал, с его слов, он сказал так, что Наиль молодец, чисто отработал. Вот слово в слово, я вам говорю его слова. Он меня еще попросил вообще Наилю больше не звонить и телефон убрать. Наиль, потому что у меня-то был телефон Наиль. Да. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, Вульченко знает заказчика? Ну, 70%, я думаю, да. А в связи с чем у вас такое предположение? Ну, предположение то, что он в очень хороших было отношениях с Гайдукаевым, и я думаю, они все обсуждали. Приходилось вести долгие и тяжелые переговоры с разными посольствами, с представителями разных государств. Я вспоминаю про своего друга. Значит, ну, наверное, его не буду называть, чтобы у него не было проблем с властями своей страны, но это друг из Швеции, очень известный журналист. И я ему звоню и выдаю такой текст. Я говорю, привет, у меня к тебе большая просьба. Значит, у нас здесь есть человек, он сидел в тюрьме. Он член банды убийц, которая убила Политковскую. И нам нужно его вывести из страны. И нам нужно ему приглашение для визы. Ты можешь сделать приглашение, как журналист, на визу для человека из банды убийц? Значит, там была длинная пауза такая. И вопрос, что? Ну, слава богу, там мой друг и коллега оказался настоящим другом и настоящим журналистом, который нам помог, и, в общем, Голубович визу получил. И, кажется, по этой визе он из России-то и уехал. Мы представили показания о причастности Павлюченкова, и Следственный комитет понимал, что в том случае, если ничего после этого не произойдет, то будет дикий скандал. Но я имею в виду, что все-таки «Новая газета» — это одно из самых известных СМИ в России. И, безусловно, никто бы не стал молчать. Поэтому они решили Павлюченкову пожертвовать. И стало ясно, что Павлюченков из свидетеля не может не превратиться в обвиняемого. Как и, собственно, Лома Олега Гайдукаева. И понятно было, что с политической точки зрения второй процесс не мог провалиться. И тогда, очевидно, было принято решение киллера сдать.
некие информаторы шепнули следствию, киллер Рустам Махмудов вернулся в Чечню. С Москвы выехала спецбригада. Махмудов был арестован. Но он получил, находясь в международном розыске, загранпаспорт, и находясь во всероссийском розыске, в федеральном, он получил новый гражданский паспорт. При том, что всюду, на каждом углу развешаны его фотографии с указанием его имени, национальности, да, чем он прославился, что он совершил убийство. Он разыскивается по подозрению в убийстве. И ему выдают два паспорта. Мышь не проскочит, муха без разрешения местной власти в Чеченской республике не пролетит. Ну, так устроена эта республика. Но, видите, пролетела. Так получилось у, значит, Рустама Махмудова. На скамье подсудимых образовалась весьма солидная группа. И присяжным было что показывать. На втором процессе там были те же самые Джабраил и Ибрагим Махмудовы, повторюсь, которые следили за Политковской и подвозили киллера к месту преступления. Рустам Махмудов – киллер, Гайдукаев – организатор, и Хачукрубанов – тоже организатор, но на раннем этапе. Гайдукаев молчал, а Павлюченков не хотел сидеть долго и поэтому затребовал сделку со следствием. Он обещал дать показания по делу об убийстве Политковской и назвать заказчика. С присяжными мы начали идти по пути того, как раз, как шло следствие. Видеокамеры, конечно же, были изъяты с самого начала. Обращала на себя внимание вот эта вот зеленая машина, четверка «Жигули». Конечно, пробили этот автомобиль. Он был оформлен на некоего Исаева Ахмета. Этого Исаева Ахмета установили на прослушивание телефонных переговоров. После чего тут же моментально был звонок Джабраилу Махмудову, которому Исаев Ахмет сказал, что скажи Ибрашке симку, чтоб скинул. Приходили по машине, приходили из государственных органов. Гайтукаев-то он грамотный товарищ. А Ибрагим, у него, видимо, не хватило вот этого вот осознания того, то есть почему и для чего эту четверку «Жигулей» он выдает, и почему у нее вообще спрашивают. Там же в машине никого не убивали, ну стояла она, стояла, он же не знал, что есть видеокамеры и так далее. Поэтому он добровольно выдал эту зеленую четверку, и там оказалось среди прочих следов однородные волокна, которые были в машине, изъяты вот в этой зеленой четверке, также такие же однородные волокна были изъяты на пистолете, из которого была убита Анна Политковская. Что нас сразу насторожило? Насторожило то, что слишком сильно были связаны те люди, которых мы подозреваем, со всякого рода спецслужбами. Тут, конечно, надо ахнуть, поскольку Павлюченко возглавлял 4-й отдел оперативно-поискового управления ГУВД города Москвы. Прослушка, наружка, наблюдение. И он организовал слежку за Политковской. И его машины наружного наблюдения это делали. И платили за это приблизительно по $100 в день. Для того, чтобы в частном порядке возможности целой службы направить на то, чтобы она служила преступникам и убийцам. И эту слежку они начали летом 2006 года. Полностью установили маршрут продвижения Анны Политковской, графики движения Анны Политковской, место ее проживания, потому что жила она не по прописке. И все эти данные собрали для Павлюченкова, а Павлюченков потом уже передал киллеру и его братьям. Кстати, этим сотрудникам, которые следили за Политковской, потом ничего не было. Они дали показания следствию, раскаялись якобы, выступали в суде как секретные свидетели. Но эти опытные офицеры ГУВД не могли не знать, что они делают. Вот это было как-то так все, ну, буднично. Они рассказывали о своей работе, подработке. Для них это была подработка $100 в день. Как-то очень буднично. И то, что
потом это привело к убийству человека, ну, как бы, не было какой-то, ну, во всяком случае, в суде особой рефлексии у них по этому поводу. Я уж не знаю, как они с этим живут. Павлюченкова как-то очень сильно стали выводить из под удара обвинения с самого начала. Мы только можем догадываться, какие еще слежки, организованные им, привели к убийствам или каким-то другим преступлениям. Он следил частным образом для частных заказчиков, среди которых были высокопоставленные люди, и чиновники, и силовики, и олигархи. И поэтому, конечно, не очень бы хотелось никому, чтобы загнанный в тупик Павлюченков открыл бы рот. Странность вторая. Нам стало известно, что Павел Рягузов, подполковник ФСБ, имел на агентурном контакте не только киллера Рустама Махмудова, но и его дядю, криминального авторитета Алама Али Гайдукаева, который потом опять-таки оказался одним из организаторов убийства. Мало того, и Рягузов, и его начальство летали вместе с Гайдукаевым и, собственно говоря, очень плотно за ним наблюдали. Каждый из них был реально уверен, что он работает по указанию ФСБ. Потому что Лом Али Гайтукаев сотрудничает с оргами, потому что им сказал это сделать Лом Али Гайтукаев, потому что им давал адреса и все остальное Павлюченко, который работает на милицию города Москвы в секретном подразделении ГУВД. Это секретное подразделение ГУВД города Москвы. А больше того, Рягузов и Слюсарь были теми людьми, сотрудниками Центрального аппарата управления по Москве и Московской области, ФСБ Российской Федерации, которые, у которых они были негласными агентами, негласными сотрудниками. Они с ними сотрудничали и были знакомы. Они были просто реально уверены, что они выполняют такое особое, не, пускай неприятное, но задание Родины. Также нам очень хотелось понять, какова была роль бывшего главы Ачхой-Мартановского района Чечни Шамиля Бураева, который был арестован вот в этом повальном безумии арестов преждевременных. Известно, что он участвовал во встречах между Павлюченковым, Гайдукаевым, что у него были с собой какие-то деньги. Моментально пошла утечка информации из суда о том, что названа фамилия Бураева. Бураев попытался скрыться из Москвы, но был срочно задержан с большой суммой денег фактически на МКАДе. У нас было полное ощущение, что Бураев что-то знает. Но опять-таки из-за преждевременных арестов доказательств не было. Бураева отпустили. Дальше нам стало известно, что весной 2006 года ФСБ города Нальчик направило поручение в Москву с тем, чтобы провести по Политковской полный комплекс ОРМ. Почему из Нальчика? Потому что Политковская занималась расследованием теракта, когда была попытка захвата этого города боевиками. Что значит полный комплекс ОРМ? Это значит, что должны были установить круг общения Анны Политковской, поставить ее телефон на прослушку и обеспечить наружное наблюдение. Вполне допускаем, что это наружное наблюдение шло и летом 2006 года, и тогда топтуны ФСБ не могли заметить топтунов ГУВД города Москвы, которые тоже следили за Политковской. Заметили, не заметили, были ли рапорта по этому поводу, не были ли рапортов по этому поводу, никто ничего не знает. ФСБ хранит молчание и не отвечает ни на какие вопросы, ни нам, ни следствию. А затем выяснился еще один забавный момент, в кавычках забавный. На момент преступления один из организаторов, тот самый дядя братьев Махмудовых, уже сидел в тюрьме по другому обвинению, в следственном изоляторе. И в следственном изоляторе его прослушивали сотрудники ФСБ, в смысле, его трубка была на прослушке. Об этом стало известно.
И следствие затребовало от ФСБ эти записи. ФСБ официально ответило, что, извините, записи уничтожены, как не представляющие оперативного интереса. И только потом, когда первый процесс провалился, выяснилось, что чудесным образом записи нашлись. Все, кроме записи за 7 октября 2006 года, которая, опять-таки, была якобы уничтожена. И эти записи, на самом деле, где Гайдукаев переговаривался и с братьями, и с другими своими родственниками, и, по большому счету, организовывал и контролировал преступления и подготовку к убийству из следственного изолятора, стали основным доказательством по делу. Гайдукаев, разговаривая с Джабраилом, со своим племянником, говорил о том, что меня могут слушать. То есть он, естественно, понимал, что в следственном изоляторе, скорее всего, его будут прослушивать. Поэтому он говорил завуалированно, использовал кодовые слова о том, что нужно найти должника, что нужно, чтобы тот отдал долг. То он называл он, то она. Все равно было непонятно, как потом уже вот в суде, мы разбирали это с присяжными, было понятно, что он говорил об Анне Политковской. И он уже к 7 октября торопил, и очень много было соединений у Гайдукаева с племянниками. А вот после 7 октября соединений, аж до 12 октября, уже не было. Уже все было выполнено. В первом процессе, в общем, сидели такие несчастные, несправедливо привлеченные к уголовной ответственности люди, которые на самом деле не причастны к этому преступлению. Во втором процессе их всех как подменили. Они все время спорили с судьей, но не в смысле процессуальном, а вот по-хамски. Логически это не поддается никакому пониманию. Просто, видимо, они как-то то ли расслабились, то ли почувствовали, что раз их один раз признали невиновными, то и второй раз их признают невиновными, и ничего для этого делать особенно не нужно. Было ощущение, что им не хватает туда, в аквариум, в эту клетку поставить пивасика и сигарет. И они ржали, когда кто-то что-то говорил, они все заливались смехом. У меня складывалось впечатление, и у некоторых моих коллег, что у них словно есть какое-то, да, какие-то, кто-то им дал какие-то обещания, заверения, да, что во всяком случае они надолго не уедут в санаторий, как это, в кавычках, в колонии, да, что долго они не будут сидеть. И когда присяжные их признали всех виновными, тоже была какая-то такая некоторая растерянность. Да, вы знаете, это психологически на самом деле, вот эта демонстрация такого поведения, да, вот такой расслабленности, она говорит о том, как они хотят показать подсудимый, да, тем же присяжным. Они же думают, что присяжные ничего не понимают, хотя присяжные понимают все. И даже гораздо больше. Наверное, такой элемент запугивания с одной стороны, а с другой стороны бравада того, что да, то, что вы вынесете, ничего страшного. Потом как-то мы разрешим этот вопрос по-другому. Ну, то есть, вот как мне кажется, поэтому они так себя ведут. Павлюченкова, который заключил сделку со следствием, судили в особом порядке, как это бывает, без изучения доказательств, и дали ему не очень большой срок. Хотя и об этом говорили адвокаты, и об этом говорили потерпевшие Вера и Илья Политковские, дети Анны Степановны. Главную задачу Павлюченков, вернее, главное условие сделки со следствием, назвать заказчика, Павлюченков не исполнил. Он долго юлил и потом опять-таки назвал Березовского. Круг замкнулся. И хотя потом Следственный комитет вынужден был выступить с официальным опровержением, сказав, что никаких следов Березовского в деле нету, доказательств этому нету, однако никто расторгать сделку с Павлюченковым не стал. После того, как он получил срок, после того, как получили сроки все остальные, сидевшие на скамье подсудимых, больше его никто ни о чем не спрашивал.
как никто ни о чем не спрашивал Гайдукаева. И фактически после того, как приговор вступил в законную силу, следствие не велось. Итак, что мы имеем по итогам всех этих долгих лет расследования? Мы имеем исполнителей убийства, а именно киллера Рустама Махмудова. Рустам Махмудов получил пожизненный срок лишения свободы. Он в достаточно молодом возрасте уехал из Чечни и занимался тут какими-то криминальными делами, пока не попал в поле зрения ФСБ, стал агентом ФСБ. Его даже использовали для попытки крышевания торгового центра «Звездочка» вместе с сотрудниками ФСБ. Был достаточно большой скандал. Проводилась служебная проверка, и в рамках этой служебной проверки всплывала фамилия того же Рягузова. На момент убийства он уже был в розыске за то ли грабеж, то ли разбой, сейчас я уже не вспомню. Ну, короче, обычный криминальный штымп, который, конечно, не был профессиональным киллером, и был использован дядей просто потому, что был под рукой и, судя по всему, много денег не требовал. Мы имеем его братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых, которые на последнем этапе, получив от Павлюченкова маршрут, график передвижения, адрес Политковской, следили за ней, подвозили к месту убийства своего брата-киллера и давали сигналы киллеру, когда уже Политковская ехала к месту расправы. Джабраил Махмудов получил 14 лет лишения свободы. Обычный чеченский парень. До этого ни в каком криминале, по крайней мере, официально не был замешан. Где-то подрабатывал. Ибрагим Махмудов получил 12 лет лишения свободы. Это, пожалуй, самый безобидный из всех преступников. Работал в каком-то рыбном цеху. И тоже, скорее всего, ничего бы не совершил ужасного, если бы не был привлечен к убийству своим дяди. Лом Али Гайдукаев, один из организаторов убийства, фактически диспетчер, который привлек своих племянников, когда Павлюченков не смог найти иных исполнителей. Получил пожизненный срок лишения свободы. Также был агентом ФСБ на контакте с Рягузовым, его руководством. Это криминальный авторитет. Очень харизматичный, известный некогда лазанской преступной группировки, которая занималась, ну, всем, чем занимались в 90-е годы. И махинациями с Авиза, и автомобильным бизнесом, и рэкетом, и чем только не занималась. На момент убийства он находился под стражей в следственном изоляторе за совершенно другое преступление, за организацию убийства, вернее, покушение на убийство украинского предпринимателя Корбана. Лом Али Гайдукаев – это такой мужчина лет 55-60. Это был такой немножко очень колоритный персонаж. У него было очень хитрое лицо, он улыбался, он не позволял себе оскорблений, но он все время какой-то вот с лукавым таким выражением смотрел. И этот человек, я напомню, он... Как уверена «Новая газета», адвокаты семьи Политковской и дети, он знал заказчика, не мог его не знать. Он вел себя уверенно, он не велся ни на какие уловки следователей, ни на какой торг. Он отлично понимал, что достаточно ему пойти чуть-чуть в сторону, значит, версии следствия, да, то он и до тюрьмы может не доехать, как уже не доезжали ряд чеченских авторитетов в поезда, где их этапировали. Отлично он все это знал, он был упертый. Дмитрий Павлюченков, которого судили особым порядком, получил 11 лет лишения свободы. Это был в свое время высокопоставленный сотрудник ГУВД города Москвы, который имеет отношение ко многим преступлениям, на мой взгляд. Но ни за какие другие преступления он не отвечал, и ему не предъявлялись обвинения. Он... Не скажу, что наладил, но активно осуществлял схему частных заказов на наружное наблюдение и, очевидно, имел богатую высокопоставленную клиентуру. На самом деле он уже на момент
следствия суда был в очень плохом физическом состоянии, потому что в декабре 2006 года на него было совершено покушение. Его пытались проучить люди, которым он должен много денег. Он был агроман. Значит, ему очень серьезно повредили голову, начались припадки эпилептические. Короче, основное время заключения он находился на больнице. Человек был очень напуган, очень как-то внутренне забит. И не знаю, мне было его как-то не то что жалко, у него был жалкий вид. А Павлюченков пытался найти профессиональных исполнителей. Но в силу того, что деньги им были уже потрачены, а среди профессионалов идиотов нету, чтобы вестись на обещание, он даже выходил на бандитов в Тольятти и пытался, как это не цинично звучит, договориться о том, что они совершают убийство по системе взаимозачетов. Там кто-то кому-то был должен, и вот это все аннулируется. Но тольяттинские бандиты тоже не идиоты. Они, естественно, Павлюченкова послали. Сроки поджимали. Заказчик торопил. Это известно из переговоров Гайдукаева с своими племянниками и родственниками. И поэтому ничего не оставалось делать, как использовать то, что те, кто не требует много денег, находятся полностью под влиянием своего родственника, не профессионалы, но уж как им как получится. Вот, собственно, так три брата Махмудова в этом деле и оказались. Никого другого на те деньги, которые остались, найти не могли. Павлюченков на меня какое впечатление произвел? Человека поломанного, человека, судьба которого сошла с рельсов верного офицера, прошедшего горячие точки, ставшего профессионалом, получившего в достаточно нестаром возрасте целый отдел одного из основных подразделений ГУВД Москвы, вот это АПУ, оперативно-поискового управления, и проблемы частной жизни, проблемы психологического надлома, проблемы, связанные с деньгами, она его подломила и заставила искать источники существования в криминальных структурах. Больше ему, собственно говоря, негде было. Или зарплата на работе, или, собственно говоря, у тех, кого он на работе ловит. И он стал оказывать криминальные услуги шпионского фактически характера, прослушка, подслушка, криминальному авторитету Гайдукаеву. И не только ему. И не только ему. Он вызывает, его судьба вызывает у меня, безусловно, чувство сожаления. Сергей Хаджикурбанов получил 20 лет лишения свободы. Это весьма жесткий человек, типичный опер РУБОПа, который уже привлекался к уголовной ответственности, которого подозревали в похищении человека и вымогательстве, но присяжные его оправдали. Он с самого начала отказался сотрудничать со следствием, ничего не сказал. Ну и на самом деле вряд ли что-нибудь скажет, потому что, ну, такой уж человек. Кого у нас нет? У нас нет посредника, который привез заказ в Москву и привозил деньги. И нет заказчика. Получилось, что неназванное лицо попросило у неназванного лица совершить убийство. А откуда деньги взялись? А? Гайдукаев сказал, что на это было потрачено 2 миллиона долларов. А вот мне интересно, а где они? Вот в материалах следствия мы их тоже не нашли. За рамками уголовного дела остались подполковник Рягузов из ФСБ города Москвы. Его подозревали в самом начале, после ареста, в том, что он имеет отношение к убийству Политковской, что он каким-то образом передавал информацию. Следствие казалось подозрительным
звонки из ФСБ по пробивке, значит, адреса Политковской, а также то, что два из участников преступления были с ним на агентурной связи. Но доказательств его причастности следствие не добыло, и он к суду по делу Политковской не привлекался. Вполне вероятно, что Рягозов много более информированный человек, чем предполагает следствие, и сам представлялся он. Но, как и с другими подозреваемыми, типа Бураева, следствие с ним дальше не работало. Он на свободе. Он даже трудится, я не знаю, как сейчас, но несколько лет назад я его видела недалеко от редакции «Новой газеты», под подполковника ФСБ Рягузова. Тут где-то у него контора недалеко. Вот он на свободе, я, собственно, глазами его видела. Шамиль Бураев, которого также подозревали в причастности к убийству, и мало того, предполагали, что он может быть посредником, ну, поскольку имел многочисленные встречи с участниками и организаторами преступления, плотно с ними общался, владел большими суммами денег, также к ответственности в качестве обвиняемого не привлекался. Шамиль Бураев, бывший глава Чкуй-Мартановской районной Чечни, достаточно известный человек в республике. Одно время он даже пытался баллотироваться на пост президента, не получилось, уехал в Москву. Связи с Чечней не потерял. Здесь пытался заниматься каким-то бизнесом. Как говорят знающие его люди, не очень удачно. А после преступления, после того, как он отсидел несколько месяцев в СИЗО, он уехал в Чечню. И там каким-то удивительным образом бизнес у него пошел. У нас есть вопросы к Шамилю Бураеву. И мы предполагаем, что он может знать много больше, чем сказал следствие. В частности, и о том, кто посредник, кто заказчик. Но следствие больше не интересовалось его личностью. А, естественно, заказчика знал Ломали Гайдукаев, который был осужден на пожизненное. На нас выходили люди, каким-то образом связанные с его близкими, намекая на то, что Гайдукаев вроде бы нуждается в помощи в обмен на какие-то там сведения. Мы через газету подавали сигналы. Я должна была ехать в тот регион, я уже не помню, где он сидел. Я должна была ехать общаться с адвокатом, и, может быть, я могла бы попасть к нему на там какое-то, да, такое краткосрочное свидание. В общем, как с ним поговорить? И буквально, я не знаю, наверное, я уже занималась оформлением командировки, мне Сергей Михайлович Соколов сообщил, что он умер в колонии. Вот, и, в общем, и мне это был шок, вот просто, я не знаю, какой-то вот шок. Не то чтобы мне было, мне даже ему стало жалко на тот момент, я не знаю почему. Хотя это очень страшный человек, замешанный не в одном убийстве. Вот, и, в общем, ну, шок от того, что ты едешь к человеку, а он умер в колонии. И непонятно, ну, официально там что-то со здоровьем, но как бы вроде как человек хотел поговорить и что-то рассказать, что он знал, а тут он умирает. Я до сих пор не хочу рассказывать про подробности, но Ломали Гайдукаев, судя по тому, что известно нам, он не просто так умер в больнице, а до этого многократно и зверским образом били. У него была больная печень, но довели его жуткими побоями, несмотря на то, что он там криминальный авторитет и все такое прочее. В этой абсолютно закрытой зоне его забили до того, что у него стал какой-то гигантский невозможных размеров живот. Это в народе называют водянкой, но просто это была такая фантастическая гематома. Он умер, и вместе с ним вот это последнее звено между организатором преступления и заказчиком преступления, это звено оказалось разорванным. Гребян ушел на пенсию, следователь, и дальше дело поручалось от одного следователя к другому, который, собственно, ничего не делал. Так мы и добрались до 15 лет с момента убийства.
Раз все спецслужбы выведены из дела, а они могли допросить Бураева, они могли по-другому работать с Омали Гайтукаевым, но этого не произошло. И мы говорим, да, заказчика нет, но мы знаем, кто покрывает заказчика. Это означает, что государство знает, кто был заказчиком убийства по найму Анны Политковской. Вот что для меня очень важно. Что такое соучастие в совершении преступления? Это когда ты знаешь, кто его совершил, 33 и 105 статьи Уголовного кодекса. Соучастие. Но ты их покрываешь по каким-то известным тебе причинам. Знаменитой международной вот этой категории «Самоса сукин сын, но он наш сукин сын». Кто-то у них там был свой сукин сын, которого они решили покрыть. И они знают, кто убил Политковскую. И я не сомневаюсь, знает, кто заказывал убийство Немцова. Но есть причины, по которым невыгодно это говорить. Вот один из основных, самых для меня выводов из этого дела. Мы можем как бы находить людей и представлять их в качестве свидетелей следователю. Но расследовать, так как могут следователи, которые имеют огромный аппарат, властные полномочия и полномочия, предусмотренные законом, мы, к сожалению, не можем. Мы не можем прийти, там, например, в администрацию президента Чечни и допросить там того или иного человека. Не можем прийти к ФСБ и начать там проводить допросы тех, кого мы бы хотели допросить. Мы, к сожалению, этими возможностями с точки зрения закона не обладаем. А они этого не делают, потому что не хотят, потому что им не разрешают. Не раскрыто убийство наших коллег, которые открыли створы к тому, что можно сделать с журналистом все, что угодно, если по каким-то причинам его работа не соответствует интересам власти. А уж что там думает общество? Да и плевать типа того на общество. А и общество чаще всего тоже плевать на то, что там происходит. На то, что там происходит журналистам. Вот эта безнаказанность, вот эта история с нераскрытым убийством Политковской, она дает новую степень несвободы. Она делает журналистику профессии, малосовместимой с жизнью. В соответствии с частью 1 статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо освобождается от уголовной ответственности по особо тяжкому преступлению, а это особо тяжкое преступление, как организация убийства Анны Политковской, если со дня совершения преступления прошло 15 лет. Но в соответствии с частью 4 статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации вопрос о применении сроков давности решается только судом. Это прерогатива суда. Если суд не посчитает возможным освободить от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности по данной категории преступления, то в этом случае просто не назначается пожизненное лишение свободы. В остальном все действует по общим правилам. Так что расследование, оно должно быть продолжено, а убийцу заказчика должны искать, но в том случае, если его найдут, то тогда суд будет решать, применять к нему этот срок давности или не применять. Мы не собираемся отставать от Следственного комитета. Следствие должно быть продолжено. И мы сами тоже будем в меру своих сил и возможностей продолжать свое журналистское расследование. Повторюсь, мы индульгенции, в отличие от государства, убийцам не раздаем. Thank you.
сегодняшних политических условиях осудить даже мелкого чеченского полицейского чина невозможно. Эта модель, она, конечно, имеет под собой базу. То есть надо было запугать чеченский народ, но именно чеченцев, да, чеченскими руками. И вот тем, кто стал запугивать, им дали карт-бланш, и им дали иммунитет. И этот иммунитет не может пострадать, иначе модель летит. Поэтому заказчики Вани и заказчиков Наташи, и убийц Наташи, и многих-многих других людей не посадят, не найдут сейчас. Но от наказания они не уйдут. Уже не боевики и не федералы, и не там чеченские молодые тогда, в начале 2000-х власти, а уже зрелая чеченская власть, начала в отношении своих противников, и реальных, и тех, кого не считали противниками, и реальных боевиков, безусловно, тут этого никак нельзя отрицать, применять методы, которые не могут считаться на территории Российской Федерации законными. И Милашина начала этим заниматься, начала снова заниматься правами человека в Чечне. Милашина не собирается признавать пытки и убийства особенностями национального менталитета. Она так не считает. Она с глубочайшим уважением относится к чеченскому народу, и она не считает, что в отношении этого народа убийства и пытки являются просто такой ментальной особенностью. Ну, такие люди. Она так не считает. Бойцы полка имени Героя России Ахмат Хаджи Кадырова обращаемся к Верховному Главнокомандующему. Уважаемый Владимир Владимирович, мы просим вас пресечь попытки оскорбления бойцов нашего полка со стороны «Новой газеты». Сидя в столице России, они систематически выпускают лживые статьи про нас, про Чеченскую Республику. Мы считаем, что этой провокации надо остановить. Нас уже принуждают к тому, чтобы кто-то один из нас взял на себя ответственность, чтобы пресечь оскорбление всего личного состава. Ахмат! Сила! Такбир! Вот почему этот ролик записывается? Люди, прошедшие войну, терявшие друзей, сами рисковавшие жизнью, говорят, что они там разберутся с нами, но почему не подают в суд? Почему волю своих командиров они выполняют, но не спрашивают у них: слушайте, а чего вам на нее в суд не подать? Разорить эту газету. Разорить. А если по клевете, так еще можно уголовное дело, а не гражданское, да? Почему не подают в суд? Справедливый ответ администрации президента России. Разбирайтесь в суде, но в суд не подают. Потому что у Милашиной под каждой буквой есть документ. У нас в стране не наказывают за преступление против журналистики и журналистов. Единственный способ не дать убить профессию, это каждый раз, когда твой коллега страдает из-за своей профессии, садится в тюрьму, вынужден эмигрировать, его убивают. Приходит другой журналист и делает то же самое. Другого варианта нет. А мы знаем, что человек несколько более сложное существо, и психика работает иначе, не как у животного, не как у них. А человеком побольше, человек не только страхом регламентирует свое поведение, а и более сложными какими-то чувствами, эмоциями, верность, долг, да, честь. Для человека это все не пустое слово. И я думаю, что те люди, которые руководствовались вот этими мерками страха, да, напугать, ох, как они горячо пожалели, убив двух наших коллег. И самое главное, все равно есть какая-то ответственность перед историей. По счастью, сейчас эти вещи уже там не скроешь, не спрячешь. И память — это все-таки очень дорогая штучка, и для многих много значит. И вот дети
палачей, они будут прекрасно видеть, что их родители палачи или там деды и так далее. Вот пускай с этим живут. Это ведь тоже по-своему суд. Но я уверена, что и до человеческого суда дойдет. Ну и потом, ошибочно будет говорить, что Милашина одна, и достаточно решить проблему с Милашиной, чтобы решилась проблема наблюдения за тем, что происходит в Чеченской республике. Теперь уже есть целое сообщество журналистов, целое сообщество наблюдателей, аналитиков, которые внимательно, под лупами, смотрят на то, что там, на то, что там происходит. Если первые годы Чечня оставалась без общественного наблюдения, то теперь это уже не так, и чеченской власти теперь всегда придется с этим считаться. Аня, что такое должно было быть в том последнем ненаписанном материале? Меня это продолжает волновать. Я тебе хочу сказать, что ты не успела увидеть свою внучку. Звать ее Анна Виктория. Спасибо за то сообщество журналистов, которые выросли на ваших материалах. И это роскошь, что я принадлежу к их числу. И мы продолжаем делать то, что... делали вы. Все наши внутренние ориентиры и камертоны тоже завязаны на то, что сделали вы. С одной стороны, это очень тяжело, потому что понимаешь собственную малость. А с другой стороны, это очень важно и очень поддерживает и заставляет двигаться вперед. И вот что-то такое щемящее, то, что было на страницах «Новой», благодаря вашим статьям, оно, к сожалению, ушло. Газета с другой интонацией была с вами. Анна Степановна, нет ни одной истории в жизни, нет ни одной истории в мире, которые стоили бы вашей жизни или жизни любого репортера. Если бы вдруг так получилось, что Аня вошла бы в эту дверь, есть такой фильм про чеченских геев, который называется «Welcome to Чечня». Я бы искала: «Анна Степановна, добро пожаловать в Чечню». Не знаю, но она не вернется. Пустота она так и осталась. Анна Степановна, они заплатят. О чем я тебе не скажу, так это о том, что мама умерла, не дождавшись суда над заказчиком твоего убийства, поскольку истек срок давности. Простите нас, что мы вас не уберегли. И что прошло 15 лет с дня вашего убийства, и заказчики остались безнаказанными.